but what does scoliosis begin from? Very frequently we are examining children when they only have posture falls, scoliotic posture pose. I believe that scoliosis should be regarded since the moment of pelvic rotation, when the child cannot get rid of it on his own. If that is so, then first of all, Прогрессирует сколивоз 25%, потому что Это интересный вопрос с точки зрения развития сколиоза. Вот с чего он начинается? Сейчас я попробую найти слайд. Давайте вы четко определили, извините, уважаемый Иван Владимирович. Вот нам улыбнулась удача, вот честное слово, нам улыбнулась просто удача. Когда нам удалось поставить на место как раз тот период сколиоза, когда поставить на место, найти место для того периода сколиоза, когда еще нет ротации. Вот найти это место использования физиорезерва физиологического кифоза. Вот это оказалось ключевым моментом. Сейчас попробую найти этот слайд. Раз уже рассматривая ротацию после позвоночного стола, как следующий этап. Вот этот этап, использовать резерв физиологического кислорода. И вот природа, она мудрая. Она сообразила в этом кифозе не просто форму позвоночного стола, а тот резерв, который ей понадобится для ежедневного роста. Ночью растет, днем уменьшается. Ночью растет, днем немножко уменьшается позвоночный стол. Это различные примеры. Дети растут во сне. Вот найти это место этому процессу, и понимаешь, что у него он не безграничен. И когда он не безграничен, тогда наступает вот этот момент роста. Когда выстроен логичный ряд между использованием физиологии резерва физиологического кифоза и начинается, вот здесь начинается все, он состоялся. Потому что следующий момент практически параллельно идет возвращение плечевого пояса к осанке. Это вот в этом моменте, вот где наша, мы считаем, наша удача. Вы извините, я могу быть на федерации, но я хочу, чтобы зал принимал ваше участие, потому что тогда мы встаем на то, что время, что любое нарушение осанки, в том числе осанки плоской спины, не все нарушения осанки одинаковые, они различные. Мы нашли 7 групп вариантов нарушения осанки. Но они все И мы считаем, что самое критичное, самое неприятное,
это вторая группа, помещение глубокого кислорода синтетического волокна. Изменение горизонтальной плотности в сочетании с увеличением глубокого кислорода. Group number 2 and group number 5 are critical. They will change into scoliosis with a great level of probability they will turn into scoliosis. This is a very complicated issue because when you look at the dancers, молодых балерин, это у них у всех плоские спины. И чем более они профессиональны, чем более они прямы, плоские спины. И что же? Но мы же не будем считать, что это начало скалиоза. Но фактически они подходят под пятую группу. Да, я думаю, это надо отнести к группе рисков скалиоза. Эти категории. Можно потом просто практика показывать, что из Академии балета имени Екатерины Ваганова у нас очень много пациентов. А то очень много этих девочек поступает. Надо сказать, что они все ортопедические больные. Да.